ваши впечатления о Пскове и о фестивале? Очень хорошие. Особенно понравились номера. Гостиница шикарная. По одному человеку. Город красивый. Не видела. Первый раз. Так что я очень довольна. Так. Вопрос номер два. Ваши мысли о спектакле «Мечта о Ромео и Джульетте»? Ну, могли бы лучше сыграть, конечно. Я забыла там слова, не туда залезу. Так что переволновалась, наверное. И неэнергично. Даже Кристина не выдержала во время спектакля, говорит, не спи, энергичней. Вопрос номер три. Ваши пожелания конкурсантам и фестивалю? Курсантам? Конкурсантам. Продолжать это дело очень хорошее. Я думаю, не бросать. Особенно эти. Понравился для детишек. Открыли этот. Как там? Подсказ. Детский дом. Да, детский дом понравился. Mm-hmm. В общем, продолжать. Фестиваль интересный. Mm-hmm. Вы хотели бы участвовать еще? Ну, если не состарюсь, то хотя бы, если доживу, если роли найдут, ну вот так. Хорошо, спасибо огромное. Вопрос номер один. Ваши впечатления об Пскове и о фестивале? Ну, что я могу сказать? Псков – красивый город. Впечатление о фестивале. Я наше выступление очень, очень положительное. Так. Ваши мысли об спектакле «Мечта о Ромео и Джульетте»? Мысли? Ой, не знаю, что сказать, мысли. Ну, как мы сыграли, так сыграли. Не знаю, что там, какие могут быть положительные мысли. Ладно. Ваши пожелания конкурсантам и фестивалю? Чтобы развивался. И чтобы такие фестивали были в дальнейшем. Вы хотели бы участвовать еще? Разумеется. Что-нибудь еще хотели бы сказать? Кому конкретно? Так. Так, первое я утаюмс. Юс уез пойди по Пскову он фестивалы. Мам, папи, вот и мапс. Свис? Как любимый патик? Ну, патик, это... Как садклашен, 15, так сказать. Ну, я сапрату, полковник. Лаби. У вам, мам, патик. То... Тайсид, то лелит. У кур эс уздавина и надяй. Лаби. Отрайс я утаюмс. Юсу... Domas par šodienas izrādī sapnis par Romeo un Džulietu. Man patika. Bija ļoti smieklīgi, ka tie pāris, ne, Romeo un Džulieta slīpi gulēja.
Labi. Trešais. Jūsu novēlējumi konkursantiem un festivālam. Neizdodas un turpin vēl joprojām. Labi. Un pēdējās, pēdējais jautājums, tas jau vieglās vispār. Gribētos vēl jums piedalīties tādā festivālā. Es zinu, tas bija jūs. Nu, izbeidz. Bet vispār, kā jūs domājat? Nu, gribētos vēl. Labi, paldies par interviju. Paga. Первый вопрос. Ваши впечатления о Пскове и о фестивале? Погода хорошая. Несколько дней мы уже в городе Псков. Когда мы подъезжали уже к гостинице, мы еще не знали, что мы приехали в гостиницу. Ну, сразу бросился этот фонтан интересный. Там уже девочки купались в этой воде и обливались водой. Уже погода здесь жаркая. Ладно, вопрос номер два. Ваши впечатления о спектакле «Мечта о Ромео и Джульетте», которая прошла сегодня? Ну, сегодня, да, сегодня в 15 часов. Театр Пушкина, да? Да. Город Псков. Вот, было представление спектакль назывался «Мечта о Ромео и Джульетте». Еще? Ну, как впечатление, как после выступления, как вы думаете? Ну, не все, конечно, удается, как хочется. Иногда некоторые сбиваются, забывают даже иногда слова. Ну, это, наверное, это нормально. Просто тренироваться надо больше, репетировать. Ладно. Номер три. Ваши пожелания конкурсантам и фестивалю? Пожелания? Да. Наверное, это интересно. Может быть, даже и неплохо, если бы было в других городах тоже почаще такое. Ну, объединяет же это. Вот, например, Олимпийские игры для чего были придуманы? Чтобы не было войн, создания мира. Это уже давно, это история. Ладно. И последний, вы хотели бы участвовать еще в таких подобных фестивалях? Ну, конечно, это интересно. Зимой, наверное, холодновато все-таки. Вот лето сейчас как раз хорошо. А тогда летом, да? Да. Думаете? Летом. Хорошо. А какие-нибудь еще что-нибудь хотели сказать? Ну, что? А чтобы было побольше людей в залах, вот что. Было все-таки немножко... По-моему, была половина зала сегодня. Хорошо, спасибо. Так, ваши впечатления о Пскове и о фестивале? Хм, интересно. В Пскове в первый раз, конечно. Я думаю, фестиваль очень интересный. Такой вопрос интересный довольно в Пскове и о фестивале. Я думаю, фестиваль очень насыщенный, интересный. Прямо есть что посмотреть, есть что принять опыт с других, я думаю, да, конкурсантов. Я думаю, очень интересно и познавательно. Угу. Второй вопрос. Да? Ваши мысли о спектакле «Мечты»... «Мечта о Ромео и Джульетте»? Да, «Мечта о Ромео и Джульетте». А, да, которая сегодня прошла очень... Я думаю, как говорится, если бы было бы все хорошо, бы это жить было бы неинтересно. В том, что... А конкретнее я хочу сказать, что...
Да вопрос-то тоже с подвохом-то. Ну, в общем, я думаю, что надо... Есть ошибки, да, конечно. Не все идеальны. Я тоже, в общем, не идеальный, да. Но, в общем, полностью я удовлетворен. Очень понравилось. И я думаю в том, что я сегодня больше выложился, чем на примере и во втором. На втором что? Спектакль? Да, спектакль, конечно. Да. Угу. Ну, ясно. Так. Ваши впечатления... ваши пожелания конкурсантам и фестивалю. А, ну конечно. Это вообще легкий, как говорится, вопрос. Я думаю, пожелания им удачи, успехов. Фестивалю хочу пожелать, чтобы он был бы и второй фестиваль, другое искусство, да, фестиваль называется. Другое искусство номер два, продолжение, чтобы он развивался, чтобы больше стран туда входило бы. Вот так. Ну, в общем, вот так. Угу. И четвертый вопрос. Да? Вы хотели бы участвовать еще? Да, конечно. И не только в театре, но и в других областях тоже. Ну, спасибо за интервью. Пожалуйста.